Привет, друзья. Ну, у нас скоро вебинар будет, и я думаю его так назвать примерно «Свет в глазах смотрящего». И там будет методика разгрузки. Я вчера делал себе сам разгрузку. Да, вы представляете себе, что я сделал? Я это покажу там на вебинаре. Это так открывает, это такое произошло. Знаете что? Освобождение. Освобождение и такое моральное удовлетворение. Вот тогда после этой разгрузки наступает такое состояние свободы. Ну, ты можешь уже думать, уже ты начинаешь вспоминать какие-то моменты приятные в жизни. Не только плохое тебе видится, не только ты как напряженный, не знаешь, кому что сказать и как работать. И там я понял после этой разгрузки, что мы работаем-то для чего. Чтобы денег заработать, а деньги заработать для чего? Чтобы быть опять свободными. Ну, вот такая вот колесница, вот такая колесница. А там особый вебинар, значит, это будет только для избранных, в том смысле, которые уже посвящены то, чем я занимаюсь, потому что у меня много там пишут в комментах, есть такие даже девушки или женщины, я не знаю их возраста, которые вот так пытаются задеть. И там выставляют какие-то авторитетные имена, каких-то, ну, которых все знают, читают и спрашивают. Это несколько таких женщин есть. Я так понимаю, у них или страхи, что они не могут сразу понять, потому что зациклены на своих проблемах, а я там теории всякие рассказываю, разные встречи с людьми, да. Делюсь какими-то такими впечатлениями, они не могут понять, зачем я это делаю, и там начинает вот так вот шпынять, как говорится. У меня был друг Градзовский, Снега, лауреат Ленинской премии. У него щека вот так и села. Да. У него была молодая женщина. Вот, и он мне сказал, почему, вот интересный человек, да, вот он мне говорит, почему мужчины и женщин любят? Потому что у них есть округлости. В этом что-то есть. Потому что он сказал следующее. А вот есть женщины, с которыми спорить не надо. Надо их просто удовлетворить. Ну, интересно, правда? А он мне еще сказал секрет, как удовлетворить любую женщину. Правда, об этом в свое время говорил еще Вертинский. Да, ну, мало кто на это обратил внимание, какую фразу он сказал. Но я могу удовлетворить любую женщину. У меня Градзовский мне подарил этот секрет. Лауреат Ленинской премии. Да, который профессор, у которого щека была вот такая. Я ему еще иголки ставил и ток через них пропускал. У него щека дергалась. Да, ну, там была действительно серьезная ситуация. Он был необычайно интересный человек, я вам скажу. Он мне сказал, почему развалился социализм, одна из причин. Можно соглашаться с этим, можно нет, это его мнение. У каждого может быть свое мнение. Социализм развалился потому, что цены могут только дорожать. Они не могут уменьшаться. А я его спрашиваю, почему? Говорит, как почему? Потому что ресурсы-то истощаются. Как просто, да? Как могут цены дешеветь, если ресурсы истощаются? Ну, конечно, может, за счет правильной организации труда. Но это же ведь дорого стоит, чтобы все люди, как вот при начале социализма, с таким порохом работали, там был образ будущего. А сейчас же образа будущего нету. Ну, короче, до встречи. До встречи. Вот мне звонят уже за помощью.